Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас наконец-то начнется прохождение подземок на донатном бездонате, хотите как называйте. Сардаля у нас все равно бездонный. Будем пробовать проходить подземки. Сейчас я посмотрю, на чем я там остановился. Я их практически не проходил, но мы это начнем. В общем, обычные мы зафармили. Жестокие. Вот мы жестокая восьмая. Надо закрыть их сегодня. Так, что у нас по героям? Конечно, смешные герои. Надо качать хранилище, чтобы их апать и эволюционировать. В общем, надо много всего. Вот такие у нас будут герои использоваться. Будет использоваться Фрея, будет использоваться уже Анубис. Ну и, конечно же, топовая тыковка. Седнушка у нас для увеличения атаки. В принципе, стандартный наш состав. Можно было бы поставить сюда еще и Купидона вместо кого-то. Но я думаю, мы будем пробовать таким составом бегать. В общем, поехали. Меня здесь раньше наебали просто жестко. Возможно, это сейчас будет. Сейчас посмотрим. Райка у нас уже подросла немножко. Но это все равно нас не спасает. Без магии, посмотрите, что они делают. Все, а вот ворожай, когда включился, у нас никаких проблем нет. Анубис у нас уже отличный. Железная воля, то есть он не станется первых, там я не помню сколько секунд. Ну а проблема с тем, что нас сливает, у нас осталась. Никуда она не делась. Ну, конечно, тут можно и ворожаем, наверное, тащить уже. Ворожая у нас 8-8 СО. Соответственно, в принципе, можно и с него начинать, он будет заряжаться. Можно и с тыковки пробовать, но тыковка без скина, и она будет сливаться. Так, ну что, вроде нормально, без магии затащили. Но лучше, конечно, проходить с магией. Надо докачать до 16, чтобы у нас открылись уже следующие. Так, так. Давайте уберем метеор. Вот так вот поставим. Надо будет вступление ары прокачать все-таки дальше. Ну и, конечно, надо брать юнитов, все дела. Но мы, как обычно, трешуем. Ну-ка, давайте попробуем. С ворожая начнем танчить. Усилялку. Сейчас самое главное не пропустить вот это вот, кинуть от ары. Вот смотрите, как тыковка топово разгоняется. Вот, не знаю, лучший вариант, чем этот, плюс по ней миссают, ну просто на ура. Подземочка жестокая. 8-3 закрыто у нас, отлично. Ну, кроме Анубиса, тут в принципе был бы у нас Анубис на эволюции, мы бы им тоже затащили. Показывал я уже. Можно и гарнизоном проходить, можно разными вариантами проходить, но как, так как нам дали всем Анубиса, Айджи расщедрились. Это тот же самый вариант. Усиление. Ускорение кидаем на героя и выжидаем. Самое главное, оттянуть по максимуму. А вот когда уже начнут сливаться, ну, я думаю, тут уже не начнут, потому что тут уже у нас герои на разгоне, нам даже не надо будет ангела кидать. Конечно, для таких локаций желательно качать еще питомцев, потому что у меня питомцы здесь не качанные. Герои тоже, как видите, десятки вкачанные, восьмерки за счет акции, за счет купончика. Грех было его не забрать, ой, случайно выкинул. Ворожай еле там бьет то здание. Надо будет тыковку апнуть, потому что дальше у нас будут серьезные подземки, и нам придется стартовать с тыковки. Она у нас будет проседать. Такс. Есть. Поехали дальше. Ну, вроде как бы 8-4 проскочили нормально. Поехали дальше. Тот же самый вариант. Стартуем
выражая, плюс он заряжается у нас сразу. Оттягиваем по максимуму. Можно из тыковки стартовать, но тыковка у меня не такая имбовая пока что. Ну все, есть разгон, то есть дальше. Чем лучше изворот, чем перс, изворот срабатывает каждую секунду, дает там прибавку, по-моему, в районе 60% на восьмерке. Этого вполне хватает, то есть каждых 2 секунды тыковка заряжена. Соответственно, вы видите, что она делает. Если будет перс, он будет, во-первых, дольше заряжаться, а так тыковка у нас как с воодушевлением все время заряжена. Это даже лучше для подземок, мне кажется, но на данном этапе у меня чем исцеление было. Потому что я с тыковки не стартую, соответственно, ее первой не бьют. Так, отлично. Вот это любимая тоже подземочка. Со станом, много стана. Тут может получиться веселый трэш. Ну, вроде нормально. Тыковка, видите? Вот внимательно посмотрите, как она у нас заряжается. Вот сейчас ударилась и сразу же следующий. То есть это преимущество над берсом, безусловно. То есть если у вас есть изворот, однозначно ставьте. У меня изворот даже был 7-й эмблемой. В принципе, можно было его оставить, не ставить. Ну, я решил все-таки поставить ей. Так как исцеления у меня его душки пока нету, то, в принципе, этого должно мне хватить вполне, чтобы пройти подземки там вплоть до 7-й. Будем стараться. Так, окей. Давайте сделаем старт с тыковки. Видите, да, что произошло? То есть на ней нету дефа. Соответственно, нас просто тупо сейчас могут расшатать. Но можно по-другому сделать. Можно было кинуть ее сразу же ангела. Соответственно, мы бы не слили столько героев. Это аж прям подвисает. Нокс не выдерживает нагрузки. 20 самиков придется нам обратно же потратить. Вот поэтому в таком случае лучше, если у вас есть хотя бы один герой танк, в данном моем случае это Варжай у меня, прокачанный с СО. Самая топовая сборка для него будет тащить. Так, что это у нас уже? 8-я подземочка. Так, ну тут лучше стартовать опять же с ворожая отсюда. Усиление, ускорение. Анубис в данном случае не дает, конечно, разгоняться. И вот кидаем здесь на всякий случай, потому что есть мины-ловушки, которые 10% забирают. Так как герои на разгоне, они могут пробежать несколько ловушек и, соответственно, получить нормально дамага. Вот просто изи. Без десятых, я бы, не знаю, без прокачанных талантов мне бы было сложновато. А так у меня есть Фрея, которая дамажит вражеских героев. Так. 8-9. Поехали, тот же самый вариант. Стартую с ворожея, ух ты. Иногда в некоторых случаях лучше кидать... Сразу же ангела в ангела кидать всех. Как видите, сейчас у нас ворожая утащили. Хотя можно было этого избежать. Но у меня тут реально плюсы. О-о-о-о, тыковку слили. Так, отлично. Видите, очень много башен. Если сейчас ворожая зафигачат, то мы сейчас можем слиться. Это сейчас и будет. Мы попробуем с другой стороны начать. Видите, не так уж и легко и даются даже подземки. Ну, надо в любом случае закрыть этот вопрос. Так, давайте попробуем стартануть. Так, самое главное не прозевать. Вот кидаем где-то здесь. Вот, отлично, закинули. Самое главное, чтобы тыковка дала максимальный разгон, и мы пробежали. Все отлично. Дальше у нас проблем. Ворожай, ворожай. Ну, видите, тут топовый состав, ворожей для отхила, Фрея для дамага по героям, Анубис тоже для дамага по героям, то есть и Седнушка, которая у нас резает. Так, ну тут самый трэш начинается, ребят.
Самая жесткая подземка, не знаю, 8 попробуем. Я думаю, должны мы затащить хоть чуть-чуть ее. 8-10. Последняя из жестоких подземок, конечно, тут будет трэш полный, но пробуем. Пробуем, стартуем с Анубиса. Так, зря я кинул. Так, смотритель у нас немножко дамажит. Плюс у нас Анубис. Так. Не сдаемся. Эй, не сдаемся. Я думаю, мы затащим на изи с Анубисом. Грех тут не затащить. Плюс Фрея. Вот видите, они заагрились на этих, на Фрею. Плюс у меня дальников полно. Все просто изи. Раньше об этом только мечтали. О таких прохождениях куча мучений было. Сейчас, как видите, даже без питомцев, там прокачанных с определенными героями можно пройти. Но опять же, учитывайте, что здесь герои уже прокачаны на 10-10. Ну, без эволюции, без ничего. Вот так вот просто изи закрыли мы жестокие. И подошла у нас очередь к самому интересному. Это кошмарное подземелье. Вот, отлично, посмотрите, позабирали плюшки. 5000 самого, это реально, ребятушки, топчик. На этом 630 уже. Так, ну тут мы все жестокие позакрывали. На троечки эти тоже я все позакрывал на 3. Так, ну что у нас? Кошмарка. Давайте хотя бы посмотрим. Тут уже и тотемы начинаются на этих подземках. И нормально дамажить герои будут. В общем, здесь будет очень много трешечка, и здесь будет не так просто все, как на предыдущих. Но надо качать, кстати, метельку, потому что без метельки мы сейчас будем получать люлей. А метель у меня еще до сих пор нету 16-й прокачки. Видите, здесь так не получается, как там дамажить. Вот посмотрите. Ничего себе! Ну, красавчики просто. Начало кошмарок, короче, ребятушки, положено. Будем трешевать составом, менять немножко состав, возможно. В общем, ждите новых видосиков, ставьте лайки, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.